На конкурс дети читают стихи. Анохина Полина, 10 лет, Республика Татарстан, село Верхний Услон. Что мы знаем о войне? Михаил Галин. Что мы знаем о войне? Немного. По рассказам бабушек и мам, знаем, что надежда и тревога об руку ходили по домам. Слухи зависали, как знамена. Дымом застилался горизонт. Многоверстный и многоименный жаждал крови ненасытный фронт. А из тыла за волной волна шла латать верховные промашки, всасывала мальчиков война и выплевывала мертвые бумажки. Каждый шаг победили к беде, сводки измеряли расстоянием. Даже самый распобедный день был кому-то вечным расставанием. Годы, возвращающие экран, очевидцев честные романы, все равно останутся обманом, ссадины не заменяют ран. Только изредка за толщей дней вдруг сплеснет сирены голос лютый, замирая криками детей, и застынет сердце на минуту.